you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на серии Бишван Ролеплей, как-то так он называется, это серия с бонусом, бонус 1 миллион, и третий левел 300 доната. Мой, кстати, не свой, как говорил основатель серии, то что, давайте такая маленькая информация для вас, то что нужны скриптеры, мапперы, и то что мод будет изменяться, у них есть свой модпак, спасибо тебе окно. Так что, кто хочет быть там маппером на этом проекте, то я группу там IP оставлю в описании, в принципе. Они хотят изменить мод, чтобы он не похож был на других, на другие сервера, короче. Они пока взяли за основу какой-то мод. Честно, хз, какой-то мод. Где-то я уже такое видел, но, в принципе, они будут все изменять, как они говорили. Я без модпака зашел, потому что мне лень его скачивать, но ссылку на модпак я оставлю в описании. У них там свой модпак, как он говорил. Тут это прикольные часы. Часики прикольные, реально. Мне вот это прикалывает. Я все такой на сервак закинул. Так. Что у нас? Миллион дается. Онлайн сейчас 8 человек. Донат есть у нас. Давайте посмотрим. Донат. О, у нас 500 даже кредитов, а не 300. Это нормально. Ладно, чем... Чё бы нам такое заняться? Чем бы нам заняться? Бонус 1 лям. На права вообще тут надо сдавать, мне интересно. На права надо сдавать или нет? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ну, автошкола, я вижу, тут есть, да? Бонус. Хотя мы можем через донат, в принципе, все себе взять. И не париться, как бы. Сейчас посмотрим, нужно здесь на права сдавать или нет. Другие жители, не нарушайте правила ПДД, будьте наказаны. По идее пришел. Заебись. Так. Чтобы ими воспользоваться, вы поступили денежные средства. В смысле, чтобы ими воспользоваться, видите донат. У меня есть донат вроде. А, мне еще кинули донат. Так. VIP купим себе, чё бы нет, в принципе, через... Сервер позволяет, как бы. Так, снять подтверждение, все лицензии и права, окей. Так, проверить зачисление, проверить кредиты, VIP-аккаунт, снять подтверждение, сменить ник, но навыки оружия, стиле боя. Все, заебись, чуваки. Скупились, называется. Давайте выйдем. Желает вам приятной игры. Это приятно, что приятно желают игры. Ладно, погнали, что-то себе тачку купим или дом. Что же это значок, а не гринзона. Немного неправильно разместили, ну ладно. Та-да-та-дан. Это автосалон у нас. В принципе, напоминает, конечно, типа мотомазин. Хотя на самом деле, чуваки, мотомазинка никто не может слить. Но его никто не сливал, старый мод. Это просто, не знаю, переделанные моды. Подкос под мазинга, но... Все будет, в принципе, переделываться, как говорил основатель, просто. И, кстати, нужны скриптеры, мапперы. Так что пишите, кто хочет там. Квартир тут нету? Нету. Ну, ладно, в принципе. Так, дома мне написали, есть в этом. Как его, блин, на Нашане, возле Нашана в Южном. Блин, а как мне туда добраться? Вот в чем проблема. Я написал, где взять можно... Около спавна в Батырево или в Южном. А что-то я там скутером не видел. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, админы написали выдать, я пишу. И если можно, было бы неплохо. Но админы здесь нормальные. Ой. Админы, да, здесь нормальные. Вроде бы как. Так, мне бы велик. Хотя бы. Хотя бы велик. Секунду. Окей. Хорошо. Хорошо. Без проблем. О. Спасибо. Во, теперь у меня есть лясик. Он хочет мне машину дать. Я уже купил, как бы, себе права. Бери.
О, на бумере помчим. Вот эта тема. Здесь свет прикольный. Идет бумеру. Цвет бумеру, кстати, идет. Так, грин зона меня, конечно, напрягает. О, нитрос есть. О, пушка, гонка вообще. Полетели. Ну да, мод типа амазинг, но на самом деле это нихера не амазинг. Блять. Ух ты. Вот это дрис, блять. Ебать. Ой, вот это было угарно. Как я давно не видел, что ты на стандартной машине. Ну, криминалки, это стандартная машина, я модпак не устанавливал, но IP-группа модпак будет в описании под видосом. Так что заходите, кто желает или кому понравился сервер. Так, установите наш модпак, он находится в группе. Установите наш модпак. Я не устанавливал, в принципе, но кто желает, можете установить. ADM, ну, типа админ. Админ, ну как бы это на НП номера, но админ считается на НП персонажем, поэтому все нормально. Ух ты, бляха. Зайдите просто на спидометр. Просто смотрите на спидометр. Походу скорость изменена. 297. Ну реально, слушай, он сильно быстро едет, вам так не кажется? Либо мне кажется. Хрен его знает. Так, поворачиваем. Поворачиваем. Тихо, тихо, тихо. Тут есть дома или нет? Могли бы хотя бы сюда дома поставить. Где дома? О, где дом можно купить? Тут еще не расставили. А где вам? В южном, типа? Или где? В южном? Походу. Ну ладно, поехали, чё. Около Нашана. Там Рублевка или чё? Сейчас посмотрим. Аккуратно. Аккуратно. Поворачиваем. Заебись. Хоп. Подпрыгнула. Красавица. К Нашану, короче, езжай. Там слева будет, типа, Рублевка. Деньги выдам. Окей. Неплохие админы еще деньги сверху кидают. Нормально. О. О, Рублевка в натуре. О, Нашан, кстати, красивый. Где-то я уже это видел, чуваки. Вам так не кажется? Что где-то я уже это видел. Ну, в принципе, как говорил основатель, все будет изумляться и так далее. Так, тут дом взять. Что по домам. Это шлак, что ли? Мне нравится. Деревянный ходит. О! Во, такой. Тут некоторые дома багаются, сразу говорю. Видите, все по-честному, чуваку. Как все это купить? Благодарствую. Так. Теперь можно машину купить. Так, садись. Нормальный домик, да, мы прикупили себе? Прикольный, кстати, этот интерьер, или как он называется. Нормалек. Так, скриншотик сделали, можно двигать дальше. Так, вообще просто гараж стоит. У нас развернуться надо. Ну, кстати, прикольный цвет у бэхи. Не, ну, смотри, тут, походу, скорость изменили или что? Ну, реально, что-то бэха прям валит жестко причем. Смотрите просто, как она ускоряется. Ёбаный воробей. Воу, полегче. Да не, чуваки, это не амазинг. Нихера. Прикольные КПП стоят. Нихуя, это не амазинг. На амазинге такого не было. И у такого не было. Реально, блин. И заправки на то время, по-моему, здесь не было или была. Его знаю. Да и такого не было. Ну, чуваки, это не Мазинга мод, сами можете заметить. Это типа Мазинга мод, но нет. Нихуя, Мазинга мод никто никогда не сливал. Так что все нормально. Не, ну прикольный маппинг, кстати.
И мне говорили, что будет еще новый маппинг. И по секрету вам скажу, самая прибыльная здесь работа — это шахта. Если что, чуваки, так только по секретику. Не просто инфуз. Или я вам по секретику скажу, здесь самая прибыльная работа, там большие бабки платят, и на шахте. Так что дерзайте, в принципе, вот здесь тоже домики стоят. Все четенько. Все четенько. Ну, нормальный маппинг. Мне, в принципе, понравилось. Неплохо. Сначала я думал, что мод, ну, как бы типа Амазинга, но новый маппинг, конечно, меня переубедил. Не знаю, как вас, но меня переубедил. Мне, в принципе, понравилось. Так, что ты ищешь? Бля, тормоза. Не, я просто маппинг хочу глянуть. Так, ну тут вроде ничего не изменили. Не, ну прикольненько, прикольненько. Заправка здесь у нас стоит. Нормально. Это что такое? Плохо, это у меня так хреново прогружается. Аляна Мальск. Ну, такое бывает. Ну все, в принципе, будет переделываться, как говорили. Не нарушай ПДД. Без проблем. Надо бачком дать вообще. Не, на туре, смотри, как она валит. Она реально валит. Воу-воу-воу-воу. Да не, на туре, что она ее прям дерзит, эта тачка, прям жестко причем. Может, и скорость изменяется, как хрен его знает. Я хз, но, блин, она валит, как дикая кошка. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. Все ссылочки будут в описании. Заходите на сервер, кому понравилось. Я буду, может, еще здесь снимать, если вы, в принципе, захотите. Ставьте лайки, пишите в комментариях, и всем пока-пока. I